Итак, почему я решила посвятить сегодняшнюю нашу встречу именно этой теме, теме типичных ошибок на условном голодании? Да просто потому, что за вот эти 6 лет, что тема условного голодания очень плотно стоит у меня в моем блоге, во всех социальных сетях. Собственно, люди на меня и приходят именно по запросу, по ключевому запросу именно этой темы, да, условное голодание, очищение организма. Просто я вижу, как много людей идут на эту тему, и как много людей, к сожалению, делают непростительные ошибки. Если бы эти ошибки не приводили ни к каким печальным результатом, ну или хотя бы, если не печальным, то просто негативным, будем так говорить, да, или отрицательным результатом. Я бы даже не стала поднимать эту тему. Ну, как говорится, ваши результаты, ваше дело, да. Но я не могу быть настолько равнодушной к человеческим бедам, неприятностям и негативным результатам, потому что не могу быть равнодушной, просто потому что мне жалко людей, что начинания-то как бы благие, и цели правильные ставятся, но в результате того, что где-то есть пробелы просто в знаниях, да, где-то чего-то не дочитал, не дослушал, не досмотрел, не так понял, не то сказали, человек делает, ну, какие-то ошибки или думает ошибочно, да. И потом это может сказаться таким образом, что у него не только сложится отрицательное впечатление, негативное о самом этом методе очищения организма через условное голодание, но он еще пойдет дальше транслировать в мир эти свои ощущения, и те люди, которым он будет рассказывать негативно об этом опыте, они, к сожалению, потеряют возможность узнать что-то положительное. А положительного в этом, конечно же, намного больше, чем отрицательного. Вот почему в этом, на этой нашей встрече я хочу разобрать вот эти самые типичные ошибки, такие заблуждения, чтобы не только вы узнали о том, что это ошибки, да, что их не надо допускать, но чтобы вы и другим тоже могли объяснить, почему так делать нельзя. Итак, первая ошибка – это игнорирование, клизмирование. Вот, я хочу начать именно вот с этого. Вообще, сама по себе клизма, она является самым большим камнем преткновения в этой практике. Я очень часто получаю такие вопросы. Скажите, а можно ли как-то очищаться без клизм? Уж очень людям не нравится эта процедура. Да, я понимаю, она непривычна для обывателя. Она даже местами у нас где-то подвергается какому-то сарказму, да, там, высмеиванию. Кто-то чрезмерно стесняется или в силу еще каких-то комплексов избегает этого. Хотя на самом деле это очень древняя процедура. И в медицинских учреждениях она даже есть специальная комната для клизмирования, да, специальная, где больных при необходимости клизмируют. То есть это очень распространенная процедура, и кружка эсмарха совершенно свободно продается в аптеках. То есть это не является чем-то запрещенным. Это абсолютно нормальная практика, и даже детям можно это делать при необходимости. Поэтому наши страхи, да, вот как бы мне избежать клизмирования, вот как бы мне вот обойтись бы без него, да мне неохота, да мне вот это трудно, да это вот рано вставать, это по большей части объясняется именно ленью и некоторым страхом перед непривычным действием. Но все непривычное может стать привычным, если это изучить. Так вот, почему нельзя игнорировать клизмирование? По очень простой причине, потому что мы входим в условное голодание для того, чтобы очищать организм от шлаков и токсинов. А каким образом выходят шлаки и токсины из организма? Они выходят через выделительные системы.
У нас их несколько. Это кишечник, почки, это дыхательная система, это кожные покровы. Конечно, во время условного голодания все выделительные системы работают на вывод шлаков и токсинов, но кишечник работает активнее всех, поскольку это все-таки основная выделительная система, и львиная доля шлаков и токсинов все-таки приходится на него, на кишечник. Если мы не будем его промывать, то каким образом шлаки и токсины будут покидать тело? Напрашивается вывод. А они будут покидать тело через остальные выделительные системы. То есть через мочеполовую систему, через кожную, через дыхательную. Что они представляют собой, эти шлаки и токсины? Ну, по большей части это слизь гнойного характера. Это патогенная слизь, это дыхательные пути могут просто забиться вот этой тяжелой слизью и мокротой, которую вы не сможете даже отхаркнуть. И у вас может наступить коллапс, если не удушье, то, во всяком случае, какой-нибудь острый бронхит, вплоть до пневмонии. Кожа, когда она будет слишком усиленно выводить эти шлаки и токсины, что может случиться с кожей? Вы можете просто полностью покрыться красной сыпью, волдырями, гнойными какими-нибудь прыщами, и это будет невыносимо. То же самое касается мочеполовой сферы. Это могут быть совершенно ужасные выделения из половых органов. Это нагрузка большая на почки. Это могут даже заболеть почки. Это может обостриться цистит. В общем, это любая форма обострения одной или нескольких выделительных систем. Но при этом не будет достигаться главная задача. Шлаки и токсины все равно не будут в должной мере выводиться из организма, потому что все-таки для этого нужен кишечник. А раз шлаки и токсины, и в первую очередь токсины, задерживаются в кишечнике, то происходит обратное всасывание. И через тонкие стенки кишечника токсины попадают обратно в кровь. Кровь разносит их по всему организму, и человек получает интоксикацию, то есть самоотравление. Вот к чему приводит игнорирование клизм. И я многократно была свидетелем того, что человек, игнорируя или не успев сделать утреннее промывание кишечника, троекратное, как рекомендует Марва Оганян, уходил на работу или уезжал по делам, и домой он возвращался уже в состоянии жесткой интоксикации. А интоксикация – это такая штука, в которую войти можно очень легко и очень быстро, а вот выйти из нее очень трудно и очень долго. И это очень тяжелое состояние. Знаю, что говорю, испытывала сама, поэтому не желаю никому такое испытать. Это ужасно. Вот почему, если уж вы подвязываетесь на практику очищения через условное голодание по Оганян, то покупайте себе кружку эсмарха, приготовьтесь к тому, что вы будете вставать утром пораньше и делать троекратное промывание кишечника. Без этого просто сам факт условного голодания, он просто будет бессмысленным. Это будет бессмысленное мероприятие. Вторая ошибка касается как раз интоксикации. И это не то чтобы ошибка, это даже просто неумение ее распознавать. То есть человек может что-то слышать, он что-то слышал про интоксикацию, он что-то такое знает, что это чего-то такое нехорошее, этого надо избегать, но он не понимает, а как это приходит. И самая главная ошибка заключается в том, что человек, не зная, что наступила интоксикация, он начинает это состояние терпеть. А терпение как раз и приводит к еще более сильной интоксикации, из которой выйти уже нельзя. Итак, как же ее распознать, что это за такая штука, что это за зверь, которого нужно обязательно распознать на ранней стадии? Первый признак интоксикации – это начинающая тяжелеть голова, даже не болеть.
а именно тяжелеть. Она как будто бы наливается вот свинцом, да, или чем-то таким, как чугун, которая тяжелеет, она не болит, но она просто становится тяжелой. Запомните, что это и есть самый первый признак интоксикации. Второй признак, он может быть параллельно идти вместе с этим утяжелением головы, а может быть чуть позже или чуть раньше. Это у всех по-разному. Это начинающийся озноб. Он может быть даже с таким, знаете, как вот слегка, что-то как-то вроде как-то холодно, да? Ой, что-то я замерзла, ой, что-то у меня ноги холодные, ой, что-то у меня руки холодные. Вот такая вот зябкость. Вот эта вот зябкость, она как раз тоже является признаком интоксикации. Ну и, пожалуй, вот это два основных, которые появляются самыми первыми. Потом, если их проигнорировать и потерпеть, да, и голова из тяжелой превращается в больную, она начинает болеть все сильнее, 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 по нарастающей. И в конце концов это наступает такая дикая боль, с которой справиться не в состоянии ни одна таблетка, и терпеть эту боль просто невыносим. Это ужасная боль, это такая боль, что хочется просто вот орать и биться головой об стену. Вот если это все терпеть, да, и довести до крайности, то потом присоединяются и другие еще признаки интоксикации, но они уже более поздние, и они уже явно говорят об отравлении. Это может быть тошнота, рвота, это может быть уже даже и подъем температуры, лихорадка страшная. То есть это уже такая будет сильная слабость, что вы просто не сможете встать с постели. Понимаете теперь, что это большая ошибка игнорировать вот этот вот факт, факт прихода интоксикации, и не знать о ее первых признаках. Вы теперь знаете, вы вооружены, и не забудьте это, да, что когда мы только ее начинаем распознавать, мы должны принять меры. О мерах я сейчас не говорю, это совершенно отдельная тема. Вот, мы только говорим сегодня об ошибках. Третья ошибка, она же заблуждение, большое заблуждение. Тоже очень часто встречаю это такое мнение, что якобы вот сам факт одного курса условного голодания может сразу избавить от какого-то заболевания. Это далеко не так. Да, бывают случаи, и я вот тому пример, да, когда буквально с одного, там, с первого курса очищения у меня сразу исчезло несколько таких очень неприятных болезненных вещей, таких как плечо-лопаточный периартрит, боль в коленных суставах, остеохондроз, мигрень, и отек ног, отекшие ноги. Вот эти симптомы, они все ушли после первого курса очищения. Но я думаю, что это произошло потому, что вот эти мои диагнозы, они не были слишком запущены. Им было не так много лет, вот этим диагнозом. Периартрит плечо-лопаточный, он был где-то у меня с полгода. Ну, остеохондроз, да, он был с ранних лет, там, с юности, но это было вызвано постоянными мышечными спазмами из-за того, что я занималась лыжными гонками, занималась спортом, а расслабляться не научили, не умела. Вот. Варикоз тоже имел такую запущенную довольно-таки стадию, но вот именно в тяжелом состоянии по варикозу я была, находилась, наверное, всего лишь где-то около года. Тяжелые, я имею в виду, это были отеки и боль. Очень было больно. То есть вот прям ноги было больно трогать, наступать было больно. Суставы у меня болели тоже где-то на протяжении года с постепенным нарастанием. То есть сначала это был легкий дискомфорт, дальше больше, дальше больше. Потом я просто уже приседать не могла, подниматься по лестнице без опоры не могла и так далее. Но я считаю, что все-таки эти диагнозы, это не было слишком запущено. То есть полгода, год, даже может быть где-нибудь там два года, да, это еще можно надеяться на то, что
первый курс очищения принесет очень хорошие результаты. И если мы даже полностью не избавимся от диагноза как такового, то, во всяком случае, смягчить проявление этого заболевания или сделать их реже и менее выраженными, это да, это в силах. Но нужно все-таки понимать, что если вы уже не молодой человек, да, не молодая девушка, если вашему заболеванию уже очень много лет, если оно развивалось давным-давно, если у вас запущенный панкреатит, там, камни в желчном давным-давно, гепатоз, что-нибудь еще в таком духе, то есть вы уже давно живете с этими диагнозами, которые постепенно накапливались с течением жизни, то, конечно, ни в коем случае нельзя думать о том, что вот вы почистите сейчас, да, и все как рукой снимет. Очищение само по себе, да, это процесс постоянный по жизни. Когда вы узнаете о том, что существует некое очищение организма, а ведь вы однажды узнаете о нем, правда, вы же живете, как обычно живут люди, они просто живут, да? Они просто питаются, они просто работают, просто радуются, просто не радуются, они просто живут. Обычные люди не думают о том, что существует какое-то очищение организма. Ну, и я об этом никогда не думала, я даже не знала, что существует такая тема. Но человек, который однажды узнает, что такое очищение организма, знакомится с этим и понимает, что он этого хочет, он должен понять еще одну простую вещь, что это навсегда, что это система. Я не говорю о том, что нужно по жизни постоянно все время очищать себя через условное голодание. Нет, но хотя бы в первый год, два, три, это нужно делать на регулярной основе. И вот тогда, вот в эти первые год, два, три, делая регулярно курсы очищения с разной периодичностью, это история индивидуальная, она у всех по-разному проходит, и корректируя питание между этими курсами, вот тогда можно надеяться на какой-то ощутимый результат в плане избавления от хронического заболевания. Во всяком случае, у меня есть примеры, когда люди избавлялись от гормональных по заболеванию щитовидной железы, когда у людей рассасывались новообразования, да, исчезали, исчезал гастрит, исчезали язвы, исчезали папилломы. В общем, были видимые улучшения, подтвержденные этими лабораторными исследованиями. И при этом человек, все, что он делал, это он только менял питание и регулярно очищался. Таких примеров немало. И они, конечно, очень мотивируют других людей, и меня в том числе, что мы занимаемся очень-очень благородным делом. Вот. Но главное знать, да, что здесь тоже есть типичные ошибки, что их все-таки надо знать и не допускать. Так, четвертая ошибка – это погоня только за снижением веса. К сожалению, она очень распространенная. Много людей с лишним весом приходит в условное голодание только для того, чтобы снизить вес. Но это, наверное, даже не столько ошибка, сколько, опять же, незнание. Это незнание того, что изменение веса в сторону его уменьшения, если он лишний, это всего лишь последствия и, так сказать, хороший побочный эффект общего процесса оздоровления. На самом деле цель у условного голодания, и у очищения организма, цель другая – это избавление от шлаков и токсинов, которые, собственно, и являются причинами развития воспалительных процессов в теле и, как следствие, хронических заболеваний. То есть мы заходим в условное голодание ради того, чтобы избавляться от заболеваний и стать более здоровыми. А вес, он просто становится нормальным, да, он уменьшается и становится нормальным просто в результате того, что вы себя очищаете, и у вас, из вас выходит самый главный шлак – жир.
Жир – это самый главный шлак. Он просто начинает сгорать, таять, он, его организм расходует как топливо, как питание для своих клеток. И ваш жир тает, у вас уходит лишняя жидкость из организма, лимфатические отеки, застои, которые раньше как болото стояли. В результате всего этого вес у вас уходит, вы становитесь стройными, и при этом параллельно вы становитесь здоровыми. Поэтому не путайте, да, вот, когда у вас есть лишний вес, это всегда говорит о том, что у вас есть нарушение обмена веществ. А нарушение обмена веществ влечет за собой различные хронические заболевания. Поэтому вам нужно в первую очередь думать о том, чтобы нормализовать, восстановить нормальный обмен веществ, да, и стать более здоровым человеком благодаря нормализации обмена веществ. А вес подтянется. Поэтому, когда ко мне люди приходят на марафон, на интенсив, и начинается вот это вот обсуждение, вот у меня сегодня 500 грамм ушло, а вчера у меня ни одного грамма не ушло, а вот я голодал, у меня там 5 килограмм ушло, а в этот раз я голодаю, у меня всего 1 килограмм ушло, а вот у меня вдруг вес подпрыгнул, да как такое может быть? И получается, что вся работа, все эти разговоры в чате сводятся вот к обсуждению, у кого сколько грамм ушло и кто как сильно расстроился по этому поводу. Вот неправильно, все-таки я считаю, что это неправильная позиция, и я бы просто посоветовала, когда вы ну, уже ставите такой вопрос о том, чтобы практиковать постоянно у себя в своей жизни систему очищения, забудьте просто про слово «вес» и сконцентрируйтесь полностью на своем самочувствии. Это будет намного важнее. Другой вопрос в отношении веса, если его нет лишнего, допустим, как у меня, и приходят и такие люди, которые не имеют лишнего веса, а бывает даже и недостаток имеют веса. Вот тогда им надо вставать на весы, и нужно смотреть за тем, как уходит их вес только для того, чтобы, как говорится, держать руку на пульсе и не допустить истощения, не допустить потери мышечной массы, которую восстановить довольно трудно. Но это тоже отдельный разговор. Просто таким людям нельзя вообще входить в долгое условное голодание. И максимум, что они могут позволить себе, это 7 дней, и то это максимум. Я бы даже сказала, что можно делать и меньше, короткими забегами, но можно почаще. Ради поддержание себя все-таки в нормальной физической форме, а не в истощенном состоянии. Ну и последняя, пятая, да, ошибка, которой я хотела посвятить сегодняшнее объяснение, это недооценивание людьми важности подготовки и выхода. То есть не то чтобы недооценивание, а многие даже вообще не знают, что это нужно. Готовиться правильно, выходить правильно. Хотя о выходе-то, наверное, знают больше, чем о подготовке. Просто здесь, понимаете, нет самого по себе условного голодания, оторванного от других жизненных процессов. Это часть жизни, это часть системы, в которую вы погружаетесь, когда хотите стать более здоровыми. Очищение через условное голодание – это часть системы. Эта система включает в себя подготовку, собственно, сам курс, правильный выход и промежуточное питание. Вот это промежуточное питание от курса до курса, да, так сказать, коррекция питания. Вот это вот такой глобальный вопрос, это наиболее трудоемкий вопрос, потому что когда вы заходите в условное голодание, вам нужно пробыть там, ну, 7-21 день, ну, кто как, да. Потом это заканчивается и наступает просто жизнь. Обычная жизнь. Так вот, продержать себя в каких-то рамках там, 1-3 недели
в дисциплине еще как-то удается, то когда заканчивается эта дисциплина и происходит выход на еду, очень часто у людей просто сносит крышу. Они просто бросаются во все тяжкие и начинается пир на весь мир. Но здесь в первую очередь вопрос к вашему сознанию. А вы вообще понимали, что вы делали, когда вы 3 недели находились на жидком питании? Вы понимали, ради чего вы это делали? Вы вычищали патогенную микрофлору у себя из кишечника, вы очищали организм от шлаков и токсинов с помощью всех выделительных систем, вы себя так хорошо почистили, и все, что вам сейчас нужно, это восстановить колонию здоровой микрофлоры в вашем кишечнике. Миф относительно того, что она вымывается во время условного голодания, это всего лишь миф. Здоровая микрофлора не вымывается, поскольку она является практически составной частью организма и очень хорошо себе поживает на стеночках кишечника. Но дело в том, что человек, который пришел к необходимости очищения, он, как правило, практически не имеет здоровой микрофлоры, ее очень мало. А превалирует, то есть преобладает как раз патогенная микрофлора. Так вот, вымывая патогенную микрофлору, нужно просто позаботиться о том, чтобы создать себе нормальную колонию здоровых бактерий, чтобы уже они работали на вас. Вообще, вы в курсе, что на вас работают бактерии? Человек на 90% только принадлежит сам себе, на 10%, а на 90% он принадлежит бактериям. Мы состоим из бактерий. И вот то, что вы оставляете в унитазе из кишечника, это по большей части кладбище бактерий. Это умершие бактерии, это отходы, продукты их жизнедеятельности, там, да, та клетчатка, которую они переработали, и прочие нечисть. Бактерии рождаются и умирают, рождаются и умирают. И нужно сделать так, чтобы это была очень устойчивая колонии, повторяю, прям, да, что кишечник был очень хорошо заселен здоровыми бактериями. Это достигается именно с помощью питания, не с помощью пробиотиков, не с помощью пребиотиков или каких-то других добавок. Это достигается именно с помощью питания. Не зря же Марва Оганян нам писала в книге, да, что выход из условного голодания должен длиться 4-6 недель на сыром питании. Почему на сыром? Потому что кишечная микрофлора питается растительной клетчаткой, сырой растительной клетчаткой, не вареной, не мясом, а именно клетчаткой. Вот теми волокнами, из которых состоит сырая растительная пища, и которые нами не усваиваются. Клетчатка человеческим организмом, да, пищеварительной системой не усваивается. Мы ею не питаемся. Ею питаются бактерии. А мы питаемся только тем соком, который содержится между этими волокнами. Вот из чего состоит растительная пища. Сок и волокна. Сок идет на питание человеку, а волокна на питание бактериям. Теперь понимаете, почему быстро хочется кушать после того, как вы съедаете сырую растительную пищу. Потому что вы усваиваете сок прямо на уровне желудка. У вас в желудке уже сок усваивается, а клетчатка отправляется дальше по кишечнику, и там с ней расправляются бактерии. Вот. А питательных веществ вы получили только то, что вы взяли из сока. Вот почему сырая растительная пища – это легкая еда, это та еда, которая не загрязняет организм. Она очищает, и поэтому именно на ней нужно находиться 4-6 недель. Но я понимаю, что это, конечно, в идеале 4-6 недель, но хотя бы 3 недели продержаться на сырой растительной пище – это вообще несложно. Тема сырого питания – это тоже отдельная тема. Конечно, в одном вебинаре об этом не скажешь. Я не ратую за постоянное сыроедное питание. Я не сторонник этого. Я считаю, что животная пища имеет полное право на существование, и человеческий организм способен ее усваивать. Но только
к этому надо грамотно подходить. Вот, поэтому вот эта вот пятая ошибка, да, что недооценивают люди значимость питания и значимость подготовки, а подготовки недооценивают потому, что они обычно одержимы эйфорией. Они когда узнают, что есть такой волшебный метод, да, он волшебный, да, он действительно делает чудеса с человеком, да, люди преображаются, они становятся другими, они становятся более здоровыми, красивыми, светлыми, лучистыми, энергичными, да, это так, и никто этого не отрицает. И когда об этом люди узнают, они, их охватывает такая эйфория, yes, я тоже так хочу, я хочу так же. И они вот раз и начинают это, как говорится, с разбегу, прям этот, в омут с головой. Вот. А, к сожалению, не хватает людям выдержки, чтобы немножко поподробнее поизучать эту тему и почитать ее, выяснить, что на самом деле без подготовки входить в этот процесс нежелательно. Опять же, потому что риск интоксикации, потому что риск осложнений хронических заболеваний, ну и будет просто хуже переноситься. Для чего я вам вот это вот все рассказала, да, сегодня, вот эти пять типичных ошибок? Для того, чтобы вы поняли, что я собираю свои мероприятия, вот такие, как сегодняшний интенсив, на который я набираю сегодня группу людей, не просто для того, чтобы... Не просто потому, что люди хотят этого. Да, люди хотят, да, люди пишут, да, мы хотим группу. Я в первую очередь озабочена тем, чтобы у людей была грамотность по этому вопросу, чтобы не было вот этих ошибок, чтобы не было других ошибок. Ведь на самом деле ошибок их намного больше. Просто я перечислила пять основных, пять типичных, которые чаще всего встречаются. А если по мелочам собрать, там будет огромнейший список ошибок. Просто, не знаю, там тысячи ошибок можно набрать. Там и с клизмой, и с питьем, с отваром, и с, ну, со всеми делами. Вот. И мои мероприятия, вот такие, как этот интенсив, они как раз и служат школой. Школой. Почему я называю это интенсив? Потому что это очень сжатый по срокам проект, трехнедельный, да, в этот раз это трехнедельный проект. Прошлый был двухнедельный, но я поняла, что этого очень мало. Люди просто не успевают вот это все вот как бы осознать, да. Поэтому трехнедельный интенсив. Неделя подготовки, неделя УГЭ, неделя выхода. Такой сжатый формат. Почему? Для того, чтобы люди просто поняли, изучили сам алгоритм действий и, опять же, все типичные ошибки, да, и как нужно себя вести, чтобы этих ошибок не было и чтобы решать все проблемы, которые возникают на этом пути. Это действительно интенсив, то есть это интенсивное обучение в течение трех недель. Конечно, его можно было бы растянуть и на три месяца, потому что по-хорошему, если человек сам с собой занимается, он вот это вот все, то, что я уложила в три недели, он может растянуть в три месяца, и это будет очень здорово. Если он будет месяц готовиться, месяц быть на УГЭ и месяц на выходе. Это вообще замечательно, это идеальный вариант. Но практика показывает, что когда я собираю людей на длительные мероприятия, внимание рассеивается буквально уже там после первых двух недель. Люди расслабляются, уходят в туман, уже становится как-то, да, интерес ослабевает, кто куда, кто в кусты, кто лес, кто по дрова. Поэтому я поняла, что только когда держишь людей в рамках вот этого такого сжатого мероприятия и вот вкладываешь в них, вкладываешь в их голову эту информацию, и они ее еще применяют на практике, да, учатся питаться, учатся очищаться, учатся выходить, то это лучше заходит, и это лучше доходит, и люди это действительно усваивают как азбуку. То есть вот этот интенсив – это школа молодого бойца, я прямо вот так и называю. Чтобы эти знания взять, получить, закрепить и потом дальше по жизни идти самостоятельно с этими знаниями. Вы же понимаете прекрасно, что меня на всех не хватит.
Я не могу вечно всех сопровождать, держать за ручку, да, и все время жить вот в этих вот проектах один за одним, один за одним. Хотя они и так довольно частые. Но вы же люди взрослые все, вы понимаете, что нельзя все время идти со мной за ручку по жизни, что это вещи для самостоятельного исполнения. А вот обучиться этому всему, узнать все нюансы, тонкости, это вот, пожалуйста, это вот как раз для этого нужен интенсив. Итак, я на него приглашаю. Сегодня последний день, когда можно в него вступить по акции по старой цене, по цене первого интенсива. Ну вот сегодняшний вечер я еще сижу, принимаю сейчас заявки. Завтра цена уже изменится, это будет уже более высокая цена. И останется у нас два дня, завтра и послезавтра, когда можно будет еще войти в этот интенсив уже по более высокой цене. И 11 числа мы начинаем. В 16 часов вечера будет первый установочный вебинар, и мы начнем учиться. Поэтому присоединяйтесь вот прямо сейчас, пока вы, да, это смотрите, пока вы сейчас раздумываете, идти или не идти. Это последний интенсив в этом году. Потом у нас новогодние праздники, потом у нас, как обычно, зимние каникулы. Потом, пока мы с каникул пришли, начинаем там думать о том, как бы нам этот оливье расцвести, да, и эти пироги рождественские, которых мы там натрескались. То есть это теперь вот где-то там далеко, в феврале или в марте, не знаю, когда получится, если не будет какого-то другого мероприятия. Я пока еще так далеко не построила планы. Поэтому вот сейчас самое время, перед Новым годом, пока еще мы более-менее свободны, да, у нас еще есть время, чтобы заняться собой, своим здоровьем и изучить вот это все. Не думайте о том, что, войдя в этот интенсив, а вдруг у вас не будет времени этим заняться, а вот вы работаете, а как же это совмещать? Это вот ровно так же совмещать, как вы просто живете, да, и совмещаете свою жизнь с вашей работой. Вот это обучение, это часть жизни. Вам не обязательно это проходить все на практике. Вы можете пройти в теории, а практику вы будете делать потом, потому что теория вам вся останется у вас в доступе навсегда, бессрочно. Есть чат, который будет наполнен информацией, где будут каждый день почти вебинары проходить. Вебинары будут идти под запись, и у вас все это будет в доступе. И чат, и вебинары, и все текстовые информации, какие-то файлы, книги, материалы. Бери, изучай и применяй. И в том числе и переписка вся остается, из которой будет видно, как шел процесс, да, как вели себя участники, у кого какие были ошибки, что я отвечала на эти ошибки. Человек вдумчивый, который любит, может, способен учиться, обязательно воспользуется вот этим интенсивом для того, чтобы и сейчас получить какие-то знания, и потом возвращаться к нему вновь и вновь, просто зайдя в Telegram и зайдя в свой чат, да, который сохранится навсегда, и просто просмотрев и прокрутив всю информацию, он все оживит в памяти, и очень многое станет понятным, и не будете вы допускать вот тех ошибок, о которых я вам сегодня рассказала на этой встрече. Ссылку на интенсив еще раз дам внизу. Переходите. Оплата из любой страны работает, с любой карты, с иностранной карты, с российской карты работает. Если вдруг не сработала оплата по ссылке, напишите мне просто в личку и договоримся, как это можно сделать. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Хорошего вечера. Отдыхайте и жду вас на интенсиве.